Здравствуйте, в эфире «Азбука здоровья» доктора Бубновского. Сегодня поговорим об острой теме, особенно для женщин, под названием «Целлюлит». Или отложение избыточной жировой ткани в подкожной клетчатке. С чем это связано? Ну, причин, конечно, много. Одна из главных причин – это резкое снижение двигательной активности, то есть активный образ жизни становится неактивным. Очень часто у женщин целлюлит появляется после родов, то есть во время беременности они себя вели неактивно, накопили много веса, якобы для кормления ребенка, на самом деле кормление жира, и после родов у них жир остался, ребенок есть и жир остался. А жир – это орган, который живет за счет других органов. Жировая ткань, с одной стороны, она нужна организму, недаром в формуле жиры, белки, углеводы, белки – единица, жиры – единица, углеводы – четверка, жиры остаются на равной позиции с белками, белки – это все наше тело. Жиры – это энергия организма, запас энергии. И жир нужен организму. Это и обменные процессы, и пластические процессы, защитные процессы и так далее. Но целлюлит – это уже избыточный жир. А жир не имеет мышц. Если мышцы не работают, то откладывается жир на мышцах. И начинает жир подпитываться собственной кровью, которая идет для питания сердца, головного мозга, внутренних органов. Вот у нас есть... У нас есть 5 литров, 200 миллилитров общего кровотока активного. Так вот, из них, если у человека большой целлюлит, особенно на бедрах, на животе, на груди, то много крови уходит на кормление этой жировой ткани. И поэтому при целлюлите сразу идет обеднение кровью тазовых органов, миомы, простатиты, сердце, всевозможные ишемические синдромы и головного мозга. Ну, самое тяжелое заболевание головного мозга при целлюлите – это деменция, ослабление памяти. Поэтому 3 рецепта для устранения целлюлита. Это упражнение для ног. Это не только приседание, не только бег, не только ходьба. Это упражнение на всю поверхность ноги. Это отводящий, приводящий, сгибатель, разгибатель. Упражнение связанные с активизацией мышц ног. Второе. Живот. Упражнение на брюшной пресс. Но какой брюшной пресс? Брюшной пресс, который вы можете выполнить не менее 50-100 повторений в одном подходе. Допустим, кранч. Это сгибание туловища на выдохе. Третье. И самое главное. Это аэробная нагрузка. Бег, плавание, ходьба, велосипед. Но тут надо сразу отметать несколько позиций аэробных. Бегать нельзя. С избыточным весом бегать нельзя, потому что будут страдать суставы и позвоночник. Второе. Плавать бесполезно. Толстый человек не проплывет с нужной скоростью нужное количество километров, чтобы похудеть. Велосипед. Мало велодорожек. На улице есть только кардиотренажер в тренажерном зале. Но там человек сидит. А при борьбе с целлюлитом надо, чтобы человек весь двигался. Тазовое кольцо должно работать. Поэтому остается фактически... Две позиции. Это ходьба активная, скандинавская, просто ходьба. Ходьба по ступенькам вверх и вниз. Но вы поймите, что надо ходить до сжигания жира, чтобы почувствовали жжение в ногах. Это так же, как жжение в животе. Поэтому из всех видов аэробики, кроме ходьбы, ходьбы в гору, с горы, по ступенькам и так далее, ничего предложить невозможно. Все остальное вредит. Итак, аэробная нагрузка обязательна для устранения целлюлита. После аэробной нагрузки необходимо упражнение на мышцы ног и мышцы живота. Это вторая позиция, сжигающая жир и уничтожающая избыточные поверхности. И третье, самое полезное, самое необходимое, это, конечно, питание. И здесь включается закон аппетита и голода. Аппетит и голод – это значит, вы садитесь за стол кушать с чувством голода. Нельзя садиться без голода кушать. И съедайте только тот объем пищи, я не имею в виду какие-то продукты, которые позволят вам сказать, я убрал голод. Но это не сладкая конфетка, которая быстро устраняет голод, понятно. Какой-то белковый продукт. Я утолил голод. Дальше у меня аппетит. Аппетит – это психологическая ситуация, когда хочется съесть все, что есть на столе. Вот это ошибка. Устранил голод. Голода нет, встал и пошел. Через какое-то время поймешь, что мы едим очень много.
очень много. И лучше подъедать через каждые 3-4 часа, опять же, устраняя голод, чем наедаться много, сильно, да еще и на ночь. И поэтому еда всегда должна быть связана с динамикой. То есть поел, погулял, но не поел и лег. Целлюлит – это прежде всего болезнь застоя. И вот как только ты поймешь, что много сидишь, мало ходишь, много ешь, много спишь, никогда с целлюлитом не справишься, если не уберешь эти агрессивные факторы. Все остальное, я считаю, достаточно большой психологической нагрузкой. Это всякие диеты, голодание, бег до изнеможения, аэробика до изнеможения. Нет, купите пульсометр, пошли, насчитали 10 тысяч шагов, сейчас это модно, только активного режима. Или 5 тысяч шагов, что в два раза меньше, но до пота. Лучше 5 тысяч шагов, честно вам скажу, потому что 10 тысяч шагов – это 2 часа времени. Трудно найти. Для 5 тысяч шагов трудно найти время. Сейчас модно как? Взять шагомер, в карман положить и считать шаги. В том числе ходьба по магазину, с магазина, в квартиру и так далее. Ходьба в шагах считается только в аэробном режиме. Встал и пошел на 6 километров в час до пота, быстрым шагом, обычно это 15-20 минут. Но каждый день. В воскресенье плохой погоды быть не может. Целлюлит – это общее заболевание. Если вы не будете с ним бороться, у вас будет ожирение внутренних органов, у вас будут болезни сердца, головы и тазовых органов. Зачем? Давайте следить за собой. Желаю здоровья. До свидания.